Прошедший накануне благотворительный прием Василия Шейхразиева не удалось провести без сучка и задоринки. Мероприятие началось с получасовой задержкой. Перед концертом произошло возгорание трансформатора, идущего на софиты. Один из очевидцев снял происходящее на свой мобильный телефон. Пламя удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших. Правда, о случившемся еще долго напоминал едкий запах сгоревшей проводки. Несмотря на задержку, мероприятие состоялось. Более подробно мы о нем расскажем в конце нашей программы.